продолжаем, уже подходим к концу. Доделаем загон. Вот так. Вон корова на горизонте появляется. Они из крапивы уходят. Теперь надо будет везде проволокой привязывать. Ну а здесь-то вот еще можно жить пропустить. По крайней мере, уже мы. Давай вот здесь вот зацепите. Что ты там делаешь? Ну надо смотреть. Вот здесь подержи. Это на проволоку. Угу. Вот, а теперь надо поперек волокон загибать. А хоть телегу ставим на перегорать. Теперь нужно будет так маленькие еще где гвозди. Ведро где звезда? Ну дай маленький гвоздь, быстрее. Держи. Вижу. И прижми и держи, держи. Это когда твердый, там может вот промажешь. Так, поперек волокон, загни только на ту сторону. О, слава богу. Так, гоня. Дай-ка ерема с этим. Так, убирать все сумочки. Все с дороги убрать. Сумочку там положи где-нибудь. Лопаты нам уже больше не нужны. Одну туда берем. Я уронил гвоздь. Никита, иди сюда. А, нашел, можно. Все нашли. Теперь надо все собрать, где третий мы прибьем. Здесь. Да все, он нашел уже. А сюда вот, третью прибить. Топоры нигде не бросать. Топоры все. Сейчас вот сюда встанете, чтобы коров туда не выпустить. И вон туда, чтобы не ушли. Вы пойдите туда, встанете, вон там в детку отломите, туда не пускайте, сюда гоните. Так. Подожди, Никита. Никита, вот тут еще пила. Давай. Там ерема с Егором пасут. С Канады, который Егор. Прям с Канады идет сюда. С Канады. Вот он, заворачивает телят. А, он овец отогнал, да? Вот это да, мы навозили. Смотри, сколько лишнего. О-о-о.
пастухи-то еще ничего не знаю. Может, что-то еще поставить тут? Тут можно было бы столба два поставить. Вон. А? Тележку временно поставить и жертв на нее положить. Ну, можно. Окей, помоги ему. Тележку вот куда-нибудь сюда поставить, чтобы жертву положить можно было. Подтащи, смотри, это не опрокинь сзади, боюсь больше всего. Обязательно опрокинут. Посмотри, Алабай пришел, а? Да, Алабай пришел. Это, Володя, не надо ставить там, вон только под забор поставить. Никита, возьмешь сюда, напротив это, тащи. Давай, гони коров. Хорош. Никита, понимаешь, ты куда? Давай. С того края. Вот эту тележку положи. Все. Вот здесь она будет маленько придерживать. Давайте, гоните. Грозен ты, брат мой, для коровок. Давай, хорош. Вот она старая идет. Ну давайте, корову, с обновкой вас. Новая квартира. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну-ка. О, его. Обнюхать свет. И дальше свидетелями обыкновенного события. Ну, пошли. Ну, давай, иди. О, какой порост-то, гляди у него. Серьезный вид. Потом-то сюда кто-то высунул. Я не делал-то, уже высунулось, сейчас-то работа. Давай. А? Давай. Егор, ну ты идешь мимо, ты видел, на отстал уже. Алабай, да ты где был, а? Да где пасет он-то? Да такой алабайщик. Да замечательный песик, а? Давай. Давай. Кошка, гоняй, палка. Пошли. Палка, гоняй. Пошли. Ну что, стал. Давай, гони. Вы не пошли, кота внутри подгонять, ну, они же стали внутри. Ну, давай, гони. Гони, давай. Алабай, лай. Лаять не умеет, он скулит. Умеет лаять, он не хочет. Игнатьевич! Собака не лает, это кот. Игнатьевич! Вон там в углу проем, может телен... Я знаю проем, сейчас пойдем делать. Нам главное загнать. Куда? И дальше делаю. Нет, ты изнутри выгоняй его. Егор! Гони его сюда, гони. Назад. Елочка, ну, вот она, все. Вот теперь мы сделаем ворота. Ну как, лучше? Да. Гляди, в какой лежали. Вот они сейчас да разведутся. Там у нас чуть-чуть осталось. Вытопчет. Он пошел. Все. Там что, оторвали, что ли? Да нет, это я жертв положил. Там надо прибивать. Так, сейчас мы здесь сделаем загон. Заборины называются.
Они будут их вытаскивать. Ну как их сделать, сейчас не знаем пока. А может быть просто так задвижку сделать? Ну так же как у нас, ремень набивать просто, чтобы... Да, 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 задвижку. Они щешутся и вытаскивают. Они сразу их вытащат. А скоб нету, скоб металлических? Нету. Нету. Они щешутся, и они их вытаскивают сразу же. Можно сделать крючок? Подлиннее, может быть, подлиннее их сделать, жерди. Ну, я скажу, делайте. Предложений очень много. И ни одно здесь нельзя впустить. Вот они ходят, они не могут поверить, что такое. Они думают, что на пастбище находятся. Мой папа в жердях делает просверленные дырки, да. И туда штырь вставляет. Да, да. Здорово. Ними. Это здорово. Ну, просверли. Все, заулыбался. У тебя еще сверлить. Вот это сверлили, папа твой купил эти сверло. Вот им как раз делали сегодня. Благодаря ему. Вон они, видишь, чешутся. И она сдвинет все. Вот сейчас корова ее добанет, ей деваться некуда. Вот эта жердь она сразу сломает. Поэтому здесь надо усиливать. Это не жердь, что мы сделали-то. Вверху должна быть мощнейшая. Вот такую она, вот эту она не сломает. Ей она сломает шею себе. Но там-то мы сделали АБ удержать. И мы успели сделать буквально минута в минуту. Надо, мне надо там бранов загнять надо. Давай иди с Богом. Давай, Егорушка. Так, сейчас будем здесь делать жерди. Какие? Значит, что сделать? Один околоворот здесь ходит. Я думаю так, не думаю ничего, сделать надо обыкновенные двери вот такие вот и воротами закрывать. Жерди эти никто не будет никакими скобами закрывать, ничего не будет. А это, вон она как есть сделана, видишь? Петлями. Ерема, у вас клиновой ремень-то там есть старый-то? Кто-нибудь пусть бы принес, Егор. Клиньями, вон от комбайна, как на чем тот-то стоит. Мы ворота сделаем, не пускай ее. Дома посмотри, который порваны, разрезаны. И нам принесите, на что ворота сделать? Там мы ворота сделаем. Егора, пошли, мы ждать будем. Все, удачно. Теперь нужно сделать ворота. А для этого что нужно нам? Двуручная пила. Никита, ты знаешь, где двуручная пила? Ну, если ничего не изменилось, то знаю. Ничего, как заходишь налево на этой стене. На этой, на наружной. О. Никита легкий на ногу, как осаил, он бегает всегда. Прекрасно. Теперь нам нужно там забить, вон там в конце. Пока они ее не нащупали. Так, надо брать. Володя, давай хотя бы жерди две здесь затолкаем. Ну и вы, сразу будем бить. Вы идите, я постою. Идите. Я думаю, ничего не надо, сейчас делать ворота. Делать ворота? Угу. Больше ничего не надо. Все на этом. Угу. Найди маме там где. Нет, за обедом мы можем сделать. Сейчас он принесет. Ну вот, 26 сегодня июля 2016 года. Вчера увидел, что грязь такая большая, батюшке сказал. Ну вот, приняли, и сегодня успели в обед уже загнать коров. Вот, братья, уже за... поверху четвертый, а там потом телята вот здесь пролезут, прибить четвертую внизу. Я его положил. Жердей лишних не будет. Там высоко задрали вот этот край-то. Зачем так высоко? Пониже маленько. Никита, у вас как лыжина поднялась вот это вверх. Ну где сзади тебя вот этот? Наконец подняли. Верхний-то. Ну верхняя жердь, ну посмотри. Ну? Да мы заведем следующую под низ нее. Ну давай. Там мы уже завели, вот тот конец так и ведите, на нее положите. А тот куда положить? Вон уже начали мы где, четвертая жердь. А четвертая пойдет понизу, не давайте телятам вылезти. То-то им не верится. Коровушки бедные. О, чистенько. Они еще не поймут, что это денник. Трава тут едят, ходят. Мы тут мешаемся им. Ну и на выход уже ворота сделали.
Это все до обеда. Вот они ворота, как у нас выглядят. Сказали Ереме, он пришел 15 лет ему уже, он давно уже лет 5 ездит, наверное, на машине, на тракторе. Мальчишка Игоря Барабаша. А другой боится ребенку дать, боится за него. Он ничего и не знает. Вот оно, ворота наши. Сделали как. Закрывайте. Так, Володя. Володя, открой-ка ворота, посмотри как. Показать. Вот здесь надо выше прибить скорее, четвертый. Да. Сейчас подними. Вот так. Ну вот, пожалуйста. Вот ворота открываются. Все, руками поднимать. Все, закрывай. Пасутся дети. Все. Ничего особенного нет. Уже не первый раз это делаем. Ну а погода такая, вот как синек, как дымка стоит. И непонятно, дым это горит что-то, или говорят, это воспарение от земли. Но я такого не видал. Как будто бы огонь там изнутри поджигает. Целый месяц. Гром, молнии, дождь. И утром, и вечером. То есть все абсолютно сгнило. Ни продуктов нет, этих фруктов каких. Вот ребята тут. Жердей-то наготовили, все ушло. Я весной еще ничего не знаю про это, наказал. Приготовьте. Они нужны будут, жерди. Вот так. Никита тут держит. Вот я вижу. А Виталий там нанялся, отмостку делает. И ему надо элементы платить, деньги. Жена требует. И правильно, что требует. Ребенка надо кормить. Это вот откуда мы коров вытащили. Оно как-то не передается это. Тут все это с запахом. Все это шлякает, шмекает. Грязь. Вот, ну, сантиметров на 20 с лишним только. Это все перемешано. 25 лет загоняют сюда с навозом. Раньше солому подстилали. Потом высыхало и резали лопатой. И получались кизики, называются. Особенно у овечек. Как-то помню, Федора Изовских пришла у отца протись. Тихон, дай порезать, отец не дал. И говорит, я, может, для этого и пасу, чтобы у меня было, дай ей. А я чем-то пить буду. Как сейчас помню, мне так смешно было ради этого пасу. Вот эти жерди друг к другу прибивайте, притягивайте. Вот она, бессловесная скотинка. Не знаю, у меня котик болеет, он никуда уже как бы не годен. И жалко его убрать. И кошка окатилась, одного котенка оставил. Потом привык его, он и больной, он уже не ловит ни мышей, что-то с ним такое. Да и не старый. Рыжая-то ему бабка будет. Вот она подошла, корова. Выхода нету. Все. Первый раз. Она не знает новое место. Коровы никогда вместе не бывают. Друг от друга на расстоянии рога хотя бы были. Видишь, как они все разбросаны. Недружественные. Рога, и поэтому они так ведут себя нагло. Рога. Страшная вещь. Острые. Вот это увидала. Та подходит. А у той рог-то уже сломленный. Но все равно боевой вид. Вон какие рогища-то у ней. Поденет, это мало не будет казаться. А овечки голову опустят, друг друга трутся, они дружные, овцы. Но более глупого я не видал животного, чем овца. Ну, коровушка хорошая. Я на расстоянии вытянутой руки. Ну, думаю, молодая хорошая коровушка, ну, хорошая. О, отошла, руки-то пахнут мазутом. А вот корова стоит, не знаю, еще у нее больное вымя или такое оно и есть. Какое-то не одно вымя. Посмотрите, какое вымя у коровы. Как будто бы два вымени, а? Братья! Эй! Посмотрите, какое у коровы вымя вот стоит. Я такого не видал, вымени огромного. Это что же такое? Как так можно? Молоко,
Вот они едят траву и дают молоко, и сливки, и творог, и масло сливочное. А сколько за ней ухаживать, поить, выносить? Заболела, ухаживает. Вот она ногами вымя трет, вон она. Она шагает, она не помещается между ног. Невероятно. Видел коров, но это не видел, как будто бы больная. А на самом деле, видно, не больная, а молока так. Ой-ой-ой. Это вымя-то какое, ужас. Как два вымени будто бы. Но он, корова ест уже привычнее, как будто бы. А это идет. Вымя коровы какое, посмотрите, подошла к вам. Это вообще я не видал такого вымени. Как будто бы это деформация какая-то произошла. Вот, пожалуйста, в деревне, как интересно жить. Все свое, дождь идет, палатки принесли военные. Я одно время преподавал занятия о Боге, проще, о географии, мировое искусство в летном училище, высшее авиационное училище барнаульское. Ну, доступ такой был, близкий очень был с офицерским составом, очень близкий. Такие воспоминания, начну говорить, их там начальник политотдела или кто, а Акопян Сергей Дживанширович приезжал сюда, посмотрел, какой порядок, говорит, а у меня, говорит, такого порядка нету, то есть он не добьется. У нас порядок, четкость, и в церкви везде. Орднунг. Вот так. Так. Владимир Юрьевич Голендухин из Екатеринбурга, с группой ребятишек. Так. Вы сделайте, чтобы там хватало она. На, так и сделает Володя. Вот группа не назначал ничего, но уже видно, что старше тут Володя Пащенко будет. Что-то другое начнет, что-то говорить не то, ерничает. Ну, приходится подсказывать. Как вот смотреть? Человек, который мимо проходит, увидит корову, ему даже нужды никакой нету коровы. А ты знаешь, что они вчера лежали в грязи, мучилась скотина. Хозяин, ясно, был недоволен. Володя, повыше поднимай! Выше, выше! Вплотную к этой прижми. Внизу там не пролезет никто. Главное вот это вот. Вот так. Вот так. Все, бей. Именно здесь. Там кривая жердь все испортила. А вот где кривая жердь, там надо что-то сделать. Интересно как. Все интересно. Рождается человек, живет и умирает. Какие жили люди? Никто из пришедших новые живут. Сейчас они и знать о них не знают. Это над огородом у нас там. Нет, она низкая. Крест. Везде восьмиконечные кресты. Здесь была молоканка. Вот здесь, где дерево растет. Дядя мой Степан Дмитриевич, а отец у меня Тихон Дмитриевич. Здесь был он начальником из молоканки, как управляющий, не знаю название его, заведующий. И все начальство приходилось поить. Тетка Настасья, это жена его, хорошая была. Она говорит, живот, если надорвалась с этими щугунами. А щугуны что, пиво самодельное?
это рожь или там ячмень молотый, в печку ставят туда-сюда, русскую печь топи, кизяки туда толкай, чугуны огромные вытаскивай, там нацедится, что пчел-то не было. У мамы нашей легче было, медовуха. И начальство приедет, любит выпить, пьет. Интересно, у него 5 ребятишек у дяди было. А спрашивает, а дети есть у вас? А ребятишки лежат на палатях. Палатья вверху, как нары. К потолку как бы прибитые. Ну, так. Они там лежат. Ни писку, ни звуку, ничего нету. А сегодня мы пришли к священнику. Они на нас, верхом. С нас запрыгнули на шкаф. Ну, невероятное. Эльфы какие-то. Опять надвигается непогода. Непогода. Сегодня уже дважды дождь был до обеда. Вот вторая усадьба. Это вот там, где мы живем. Скворечник называется. А дальше там Надежда Васильевна. И мы называем все это к лагерю относится. Три наших усадьбы и счастье впритык. Вот такое у меня выражение в стихотворении есть. Я тут помаленько отойду от коров показать. Вот это домик, там вот Надежда Васильевна живет. Вот которая так стоит. Скворечник. Я Витю Савченко очень люблю. Он меня угождает во всем. Ну, за голубями ходит. Везде скворечников понавесил. Витя. Благослови его, Господи, благословенный муж. Я говорю, Виктор Николаевич Савченко, поеду в лес, где и там скворечники висят, и тут, и на дому, и везде. У меня в саду было раньше у отца 123 скворечника. Ну вот вообразите, какой концерт, и все заняты. Ни одного не было не занято. И чугуна, и огнетушитель, это два. Вот. А это вот, видать, только кончик нашего. Это вот баня наша посередке. Вот это вот с одним скатом, это баня, лестница. А это Надежда Васильевна в этом домике обитает. А это склад рядом. Домик это Слава Старков строил. Он сейчас священником Московской патриархии сюда приехал. Вот. Здесь жила тетка Марья. О, еще же я фамилию-то ее забыл. А вот этот у ней... последнее дерево, кусты, и нам нужно срезать, бывает там хорошие прутики прямые на коня, кору обдерешь, прутик привяжешь между ног, бежишь и ногами пылишь, как лошадь. Это очень интересно было. И мы у нее спрашивали всегда, можно сходить? Она лежит что-нибудь там, отдыхает или что, сказать, да можно, ну мы рады там прутик срезать, а сами не прутик, а два срежем. То есть боялись всего. Вот это какое-то уважение было к людям. Сейчас ничего нет. Вот хамье растет вокруг. Мы боялись. И отец отца был ножик финский. Откуда он? С наборной ручкой. Ну, до того красивый. И я взял его без прося. И вот на этом дереве я резал прутик, его обронил. Ну, обронил, это не беда. Слез, да и достал слез, его нету. И никого не было. Я его искал, все перерыл, и нету. Теперь сказать отцу боязно, а отец его не хватался. И так, кажется, он его один или два раза поискал. Марья, ты брала? А мать, да не знаю, может быть, и брала. Да он где-нибудь лежит, мать скажет. Ну, ясно, что нож не прыгает и не летает. Лежит, и нам смешно так было, мама скажет, лежит. Она в пасеке там что-то обрезает, сотки, и бывает, положит, да и забудет. Вот такие воспоминания все. Ребятишек много, нас 10 в семье было у отца. И вот соберем ягоды, малину, и сядем за стол. Ни одной малинки в рот не возьмем. Когда берем, не возьмем. И начинаем молить. Это мерить. Это вот бабушки, она через дорогу живет. Это тяти. Тятька придет, не тятя, а тятька. Тятька придет, пригонит. Это мамки. У нас не было маменька, там мама, а мамка.
Мамка это ухаживающая, как Пушкин пишет всего лишь. А вот у нас как-то это было. Тут рядом жили у нас Кондины. Кондины, она была Марья, ее тоже звать, и мою мать Марья. И она была на глаз кривая. И вот как-то сидели, разговаривали о ком-то. А наша мама и говорит пословицей: ну куда люди, туда и Марья кривая. А она Марья и кривая. И, видимо, подумала, что... Так моя мама сколько каялась, ой, как я нехорошо сказала, я и не подумала. А она как раз Марья и кривая, ой, как я сделала. Она и виду не подала, какая она молодец. И мать мучается, что сказала Марья кривая. Совершенно не конкретному человеку, вот как это было. Вот отца была память феноменальнейшая. Он помнил 1200 овечек, от кого, когда она гулялась, то есть покрылась, то есть защела. И знал, когда у кого она должна принести, людям скажет, все на память знал. А из жизни своей старой, ранешняя жизнь, это была до раскулачивания. Вот нам говорят, вот мы столбы ставим, ну пройдет лет 5, они упадут, новое. Вот 25 лет раз 5 уже меняли. А у немцев батюшка был, у них еще, говорит, живет он, фермер, пра поставил дед там ограду железную, там бетонные столбы. И она стоит, и он живет, ограда из камня, дед, отец и я, говорит. И вот как у вас, у русских все это вы делаете, это еще попало. А батюшка говорит, да делать ведь вот в чем. У моего деда отняли все, он бежал. Отняли все, кроме ребятишек. Среди зимы выбросили на улицу с тремя сыновьями. Сыновья большие были. Потом родина-мать вспомнит их. И у Лафетов там артиллеристами, как нам говорили, все погибли. Макар, Филарет, Эммануил. У них что осталось? Ничего. Что построили, что? Прахом пошло. Дальше. Перестройка. У нас опять все отняли. Все отняли у отца. Мы начали здесь строить. Точно так же. На каждом шагу уничтожить, отнять. Как вот Роспотребнадзор. С ребятишками нельзя заниматься. Но придет время, когда придется отчитываться. Кто голосовал за эти разбойные организации? Не только я какой-то конкретный говорю, который нас уничтожает. Не конкретно, а Роспотребнадзоре. Чтобы не привязывались. А вообще... То оборотни милиции, оборотни судьи, одни оборотни вокруг живут, а веры-то нет в Бога. И придется когда-то отвечать. Какая-то власть будет, которая спросит. Я вел занятия много лет в разных университетах, в 5, в десятках школ. Три радиопрограммы регулярно вел. Две были онлайн, одна часовая, воскресная передача. То есть я знаю, что такое властителем умов быть. Говорить. Те, которые на меня нападают, там какие-то, они же ничего этого не знают и не имеют. Они бесталанные. И отвечать на все вопросы тут же, сразу. В телевидении, телепрограмма какая. Любые вопросы. Политические, экономические, социологические, рабочие, вера, будущее. Ну все. Это Бог делает. Это значит быть миссионером. Это нужны тысячи талантов. Это Бог дает. У меня образования-то никакого нету. Духовного. Проходит какое-то время, опять начинается. Вот коммунисты не нападали. Я начальник, создатель вот этого лагеря, который здесь есть. Вот он здесь. Вот здесь все каждое деревце касалось моя рука. Копал ямки, сажал с братьями. Электрические столбы. Самим надо поднимать было, искать. Пасынки привязывать. Пасынки это железобетонные внизу, которые... Вообразите, какая работа. А там же идет столб, разворачивается поворот. Даже трансформатор брат привез из Фрунзе сам. Там жил. Все, и вдруг все отнято, ничего нет. У меня арестовывают раз, другой, полное похищение, изъятие пленок. Я ничего не делал, насчитал Златоуста, жития святых. Ну и архипелаг ГУЛАГ. Ну какая беда, брал интервью у репрессированных. И когда коснулось потом, ко мне приезжали очень знатные люди. И вы что, можете показать? Могу показать. У меня беседы лично с Александром Менем, которых нигде нету. Почему? Вот и я беседовал с ним. С Глебом Якуниным. У меня не опубликовано еще интервью 16 часов. 16! Вообразите, что это за интервью. Он только освободился, он узник. Попков, он сейчас, где это было, в его доме. Он в Америке. Хороший человек. Я знаю их всех.
с отца Дмитрия Дудко, какие у меня беседы были, вопросы, ответы с народом. И все это, все еще не опубликовано. У меня не опубликованных бесед примерно 2500 часов. Вон Никита уже с коровкой. Вот он подошел. Я издалека, у меня руки трясутся. Видишь как? Вот добро. Братья мои, жерди показал, где бить. Как, на какую высоту, все знает где. Ну, я строитель профессиональный. Вот она, корова подошла и лежит у них. Ничего. Новые люди приходят, уходят. Подай дол. Володя, ведро это, чтобы гвозди не ело. Володя, отгони корову, она нечаянно боднет тебя рогом-то. Отгони ее. Она к Володе к этому отмахивается. Она подошла отблагодарить вас. Ну, отошла, скажет, неблагодарные люди. Даже благодарность принять не могут. Никита с топором замахнулся. Вот такая маленькая наша история здесь. Пока отошел. Ну вот. После обеда 26 июля пришел попроведать. Мимо еду. Это скотинка наша. Как она себя чувствует? Замечательно. Вот которые дружные рядом лежат. А так все поврось. Между ними расстояние какое. Вчера лежали они полностью в грязи. А сегодня они вот тут. Ну, как будет дальше, Бог знает. Кусает комары. Она хвостом пытается отгонять, видно, от вымени. Комарьё заедает. Все время дергает хвостом. Как довольные лежат. Это вообще разлеглась. Глаза закатила, видно, не видит ничего. Молодая тёлка. Может быть, щёк даже. Приятно смотреть. А вон тот кучерявый бык. Главное. Все к нему привыкли, в сторонке всегда идет. Тоже комар доедает ему. Говорит, у них жвачка. Да-то она отрыгает то, что съела, пережевывает теперь. Вот закрывашку сделали. Вверху и внизу. Воротца вот такие. Все. Показать. А там вон провода. А на проводах сколько их сидит. Вот продолжение дня. Сегодня 26 июля 2016 года. Это мы сделали. Дневник. Отдых для коровок наших. И вот сейчас Ерема барабаш выгоняет.
дальше пасти. Вон Игнат Ильич фотографирует аппарат. Он обходит и потихоньку их выгоняет. Помогает ему собачка Алабай зовут. Алабай не может вылезть. Алабай не мог вылезть. Его запечатали. А что-то этот ваш самый большой бык-то хромает, где-то повредился, видимо. Пошла. Ну и куда вы собрались, ребятишки? Главный бык захромал у вас. Я знаю. Надо посмотреть его. Смотрел, как сильно хромает. Ну, слава богу. Получилось все. Ну. Закрывать не надо, пусть открыто. Ладно, пошел я по своим. Но он по размерам-то поменьше, побольше. Это? Поменьше может быть, а шире. Я хотел дальше, батюшка, говорит, а зачем? Они лежали тут половина свободная. Угу. Но корове-то надо шире. Ну это достаточно. Они лежали все, и тут пространство. Видишь, даже не смятая трава. Угу. А здорово прибили они ее. Траву-то. Видишь, как вот Господь благословил, да, беда фактически, не считая вчерашнего. О, Никита. Вон Алабай идет. Алабай. Подведи его к нему, Никита. Подведи. Ну-ка. Ой-ой-ой, опа! Хорошая собачка, шарик наш хороший. Значит, не хочет. То ли от страха, то ли что. Непонятно, что ему надо. Все, шарик. Это тебе вот так красава, красава пришла с Лешей. Это он обнюхал, так и прилип к ней. Тут к обезводе. Собачка, говорит, совсем не лает. Вот так. Видишь, как денечок новый. Теперь мы просто обязаны смотреть за ним. Видишь, так, четыре жердя.